Всем привет, дорогие друзья! Сегодня моя дочь попросила снять ее, чтобы она рассказала стихотворение. И вот я вам сейчас продемонстрирую, как она у нас рассказывает. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю, оставим с Новым годом. Будем стихотворение рассказывать. Давай, дальше. Мы сегодня будем делать... Рассказывай стихотворение для наших телезрителей. Все, начали. Утро. А чё? Да. Вот такой соляной. Вот такой зеленой. Вот такой узеной. Вот такой шириной. Давай про Ваню. Давай смотри, и потом Ваню. Давай. Улюли, люли, люли, прилетели, зулали, зулали на ноги, и ошли путь и дороги. Они сели, а ворота, скип, скип, и будите Ваню, Ваня спит, спит. Молодец. Еще что ты знаешь? Давай еще. Давай. Ваня спит, 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 и оставит. Сотку, и он будет смотреть, и он будет такой шаритисаться. Смотри сюда. А еще сейчас ты что рассказывала мне? Да, тут так ничего. Мы с тобой будем рассказывать? Сюда смотри. Ты на меня смотри, я тебя снимаю. Не зеркало тебя снимает. Сегодня? Нет. Делай. Какое стихотворение ты еще знаешь? Гусей. Про гусей давай. У бабуси две гуси. Один синий, один белый. Два еще гуси. Вот такая бабушка. Бабушка. Мои, где мои гуси? Где гуси мои? Вот она. Гуси. Один белый, один белый, да, еще вы гуси. Я пришел, и увидел зайчика. Он ищет, Собачку жучку. Давай про собачку жучку. Жучка такая жучка. Хвостик. Колючка, зубки острые, зубка острая. Дальше. Чтобы... Я вижу, что вы так снова придумали зайчики, там придумали белочки. Давай. С Новым годом, зайчики! С Новым годом, белочки! С Новым годом, мальчики! С Новым годом, девочки! Девочки, мне папа и еще. О, и Алася, и вот еще. Вот она, посмотри. Скажи, здравствуйте, елочка! Здравствуйте, елочка! Да, моя елочка, ты еще. Я ее принес, а вы ее наряжали вместе с Сашей, да? Угу. Хорошо. Вот, и вот моя любимая. Сегодня Старый Новый год. Всех поздравляем. Да. Вот у меня мой. Попрощайся со всеми. Всем пока-пока. Всем пока-пока.